Компания MMC Rus, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, празднует свой 30-летний юбилей. За это время более миллиона россиян стали владельцами автомобилей Mitsubishi. По случаю юбилея клиентам приготовлены специальные предложения. В августе, специально ко дню рождения бренда, партнерский МС Банк Рус запустил акцию – трехлетние кредиты по 3% годовых на весь модельный ряд Mitsubishi. Акция предлагается по программе «Плати легко», которая позволяет существенно снизить ежемесячную кредитную нагрузку по сравнению с классической программой кредитования. Также во всех дилерских центрах будут действовать специальные юбилейные программы сервиса. Программа 3+ для владельцев автомобилей старше 3 лет с выгодой до 30% на оригинальные запасные части и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене. Кроме того, покупателям автомобилей с пробегом подарят моторное масло Mitsuoil. В юбилейном для себя году Mitsubishi серьезно обновила две модели — городской кроссовер Eclipse Cross и внедорожник Pajero Sport. А небольшие изменения достались даже заслуженному Outlander'у. С момента открытия в 1991 году Mitsubishi Motors в России из небольшого импортера превратилась в одного из лидеров рынка. В сентябре 2010 года запущен собственный завод под Калугой. Сегодня там выпускают две самые популярные в России модели — Outlander и Pajero Sport, которые продаются через 110 дилерских центров в России, 9 в Казахстане и 4 в Беларуси. К слову, с 2018 года вся дилерская сеть переоформляется в соответствии с новым глобальным дизайном. И это не только про внешний облик. Уже 58 дилерских центров России переустроены, став не просто ярче, но и комфортнее для клиентов. А следующий год для марки Mitsubishi обещает быть еще интереснее, ведь на мировые рынки постепенно выходит новейший, уже 4-й Outlander. Рано или поздно он появится и в России, а пока японская марка подтвердила, что у Outlander будет и подключаемая гибридная версия. Появится она до конца нынешнего финансового года, то есть до следующего марта. Напомним, что предыдущий Outlander PHEV вышел в 2013 году, став одним из первых в мире серийных плагин-гибридов. И пока что самым популярным, ведь по миру разошлось почти 300 000 таких машин.